Первый месяц регулярки позади, и дальше будет только интереснее. Настало время самых горячих моментов недели в Единой Лиге ВТБ. Поехали! Открываем хит-парад в Казани, где «Уникс» без проблем разобрался с рижским «ВЭФом». Атака казанцев работает как часы. Раз, Пьерри Хенри находит под кольцом Трентона Локита. Два, Локит скидывает на Артема Клименко. Три, центровой мощно забивает сверху. Мат, три хода, Артем Клименко, «Уникс», Казань, 10 место. Калев сенсационно обыграл «Локомотив» Кубани, отправив в отставку Сашу Обрадовича, и сделал это красиво. Бранко Миркович тянул на себя краснодарскую защиту и отдал передачу Янари Йосеру. Он завершил атаку реверс лейапом. Гравитация — ничто. Янари Йосер, Калев, Таллин, 9-я строчка. Енисей гостил в Санкт-Петербурге и начал матч без раскачки. Игорь Коныгин получил мяч от Джона Роберсона и вколотил сверху через Евгения Воронова. Вот это постер. С приветом из-за Урала. Игорь Коныгин, Енисей, Красноярск, 8-е место. Нандо Декало, шеф-повар атак ЦСКА. Пас за спиной на Семена Антонова, комплимент обороне Автодора. Слэм-данк Антонова, вишенка на торте. Наслаждайтесь. Нандо Декало на Семена Антонова. ЦСКА Москва, 7-я строчка. Иван Стрибков и Родерик Одом едва не нашли путь к кольцу Зеленой Гуры. Михал Соколовский не был настроен принимать гостей. Центровой польской команды выписал Одому звонкий блокшот. Это мой дом. Вход по приглашениям. Михал Соколовский, Зеленая Гура, 6-е место. Нижний Новгород устроил воздушную атаку на кольцо Зеленой Гуры. Иван Стрибков в роли диспетчера, за штурвалом Родерик Одом. Пик-н-ролл, алиуп, мощный данк. Миссия выполнена. Иван Стрибков на Родерика Одома. Нижний Новгород, 5-е место. Три секунды — это не только про советскую сборную, но и про «Зенит». Вот мечана Евгения Воронова, и капитан исполняет алиуп. На другом конце — Джален Рейнольдс. Мощный данк одновременно с сиреной об окончании четверти. Базер-битер по-питерски. Евгений Воронов на Джалена Рейнольдса. «Зенит», Санкт-Петербург, 4-я строчка. Третье место. Отправляемся в Пермь. Майкл Хамфри выдал тачдаун-пас на Коди Джастиса. У защитника Пармы глаза на затылке. Шикарный пас, не глядя, на Константина Буланова. Эффектный данк в завершении атаки. У Буланова лучший матч в Единой Лиге ВТБ. 19 очков. Константин Буланов, Парма, Пермь. Брэндон Дженнингс в матче с Енисеем выдал рекорд сезона – 13 передач. Перехват «Зенита» обернулся роскошной атакой. Дженнингс отдал передачу между ногами на набегающего Джалена Рейнольдса. «Монстр данк» – американская связка. Брэндон Дженнингс на Джалена Рейнольдса. «Зенит», Санкт-Петербург – 2-я строчка. И автором самого яркого момента недели становится один из самых маленьких игроков лиги. Стефан Муди метеором пронесся сквозь оборону Пармы и забил сверху. 179 сантиметров роста – не помеха. Отвел душу на кольце соперника. А вам слабо? Стефан Муди, Цмоки Минск, 1-е место.